Ну что, может, мы уже начнем? Ну, давай. Сегодня мы будем работать над ягодицами и ногами. Вроде кажется, что все легко, но есть очень много нюансов, правильно? Да, конечно. Мы начинаем приседать, мы должны тянуться назад. Колени за носки наши не выходят. Немножко носочки в стороны. И самое главное помнить, что куда смотрят носки, туда смотрят колени. То есть, если мы поставили носки врозь, мы должны коленки давить, но не дальше носков. То есть тянемся назад. Как будто стоит сзади стульчик, и мы тянемся на него. А. Это первое упражнение, это легкое упражнение. Почему? Потому что мы тянемся ручками. И самое главное, по безопасности, мы не приседаем, напрягая колени. Мы оттягиваем тело назад, тем самым мы включаем только работу мышц. Ну и спина, мне кажется, тоже еще. Да, немножечко. Работает. И ручки, голень у нас стоит на месте, бедро. И тело у нас ровно 90 градусов. Сколько вот нужно подходов? Мы, чтобы привести мышцы в тонус, мы должны работать 3 по 20. Если больные колени, можно делать это упражнение? Да. А почему здесь это упражнение будет полезным? Потому что самое главное, нагрузки на колени нет. И мы прокачиваем только мышцы. Сколько нужно месяцев мне так прозаниматься, чтобы я уже увидела какой-то результат? Чтобы результат, во-первых, снимаем замеры с ягодиц, с бедер. Приседаем, чтобы задействовать максимально все мышцы узким. Узким мы приседаем носочки прямо. Таким это образом. Уже повышенный уровень? Средним. Это прокачиваем абсолютно все мышцы. Ага. Это можно всегда. И широким. Вот так мы работаем. 3 по 20. Когда ты уже привыкнешь, и тебе нагрузки будет мало, как ее увеличить? Так, давай, просто показывай. Стоим то же самое, стоим на одной ножке, ручками мы только придерживаемся, не обязательно держаться, тянуть. Делаем выпад назад, чтобы наши ноги были 90 градусов, 3 по 12. Задействует ягодицу 100%. Я это почувствовала. Завтра ты почувствуешь это еще больше. Вот. Такими упражнениями довольствоваться можно 2 раза в неделю, спокойно, без каких-то перенапрягов. Потихонечку, маленечку мы работаем и приводим мышцы в тонус. Ну, давай сейчас батл. Кто быстрее сможет присесть 700 раз? Поехали. Давай. Первый раз мне человек бросает такой вызов. Ты готова? Да. 3, 2, поехали. Семьсот. 600.